Здравствуйте. Сегодня работы у меня продолжаются. Так, пирамида продвигается. Сейчас я варю потихонечку усиление для поликарбоната. Так. Как всегда, приходится всю работу выполнять одному. Очень сложно поддержать некому. Так. Так вот всю пирамиду возводил один. Из-за того, чтобы поддержать некому, очень часто, как говорится, зайцев много ловлю. Для тех, кто не знает, что такое поймать зайцев, это ожог роговицы. В результате того, что работа бывает, приходится иногда без маски, потому что некому поддержать, и приходится одной рукой держать конструкцию, другой рукой варить.
маска у меня хамелеон, но очень большая пауза на ее выключение. Когда я варю, она автоматически затемняется, потом несколько секунд она высветляется, чтобы видно было. Я теряю время, поэтому мне, несмотря, что у меня маска хамелеон, и мне приходится ее поднимать все время. Так, ну сейчас я вам покажу, что я успел проделать. Так, после предыдущего ролика. Вот. Нижнюю часть, две стороны почти обрешетил. Точнее, нижнюю часть. Пока вверху еще много работы. Вот, вот это вот проемы дверные будут. Один на юг проем, другой на север. Вот рядом, где я вот стою, вот он. Вот северный проем будет. Здесь двери будут подниматься вверх. И с одной стороны, и с другой стороны будет. Вот. Ну, на этом сегодняшний отчет закончу. До свидания. До следующего ролика. Совсем остается немного, и я начну ее укрывать поликарбонатом. Вот грядки, как говорится, я уже подготовил. И мне из-за того, что у меня она была не обрешочена и не одета в поликарбонат, мне пришлось, конечно, легче загружать грядки этим землей и навозом. Так что облегчил себе труд. Ну, на этом до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.